Целью данного видео не является оскорбить или задеть кого-либо. Я высказываю свое мнение, зная ситуацию изнутри, зная как минимум одного персонажа и изучив других двух, а то и трех в процессе просмотра, поймете каких. От начала карьеры до нынешнего момента. Я понимаю, что что-либо из сказанного мной может вас задеть, но постарайтесь взглянуть на это адекватно. А если считаете, что я не права, просто посмейтесь и переключите на своего любимого блогера. Тем подписчикам и гостям, я Джетли. И сразу, чтобы никто не говорил, что я снимаю это видео чисто из-за того, что я кому-то завидую. Все, теперь я точно на все 100% никому не завидую. Так вот, сегодня мы поговорим о том, почему Милена Чижова запела. Милена, не обижайся, если ты это смотришь. Я просто догадываюсь, я вижу, как ты все это сделала, да. Конечно, у меня есть две, а то и три теории, кто запустил этот клип в эфир. Одна теория — это сама Милена Чижова, потому что, ну, бывает такое, что человеку хочется что-то снять, что-то сделать, да. Вторая теория — это то, что Хайп Эгенси, или как оно там называется, решила, что раз нынче у блогеров в тренде делать клипы, то пора бы уже нашей Миленочке тоже сделать какой-то свой клип. А третья теория, вы, думаю, вполне догадаетесь. Но это уже в процессе просмотра видео. Итак, начнем же. Просматривая клип Милены Чижовой, думаю, вы догадались какой. Это «Черный список». Мы сейчас о нем и будем говорить. На 28 секунде я наткнулась на паренька, который визуально мне был знаком еще и до этого момента. Конечно, в клипе он промелькнул еще раньше, но это не имеет особого значения. Кто-то скажет, ну и что, это просто обычный смазливый парень, которого удачно впихнули в видео, потому что он хорошо вписывается в сюжетную линию. Однако он принимает участие в создании очень многих роликов, являясь их сценаристом и режиссером. Его фамилия Баванин. А каких роликов? Может быть, спросите вы. Ну, вы, наверное, спросите, потому что вы все еще не выключили это видео. Быть может, вы удивитесь, но это именно он положил начало карьеры Анжелы Лондон. Для тех, кто не знает, кто это такая, ну, вот. Ничего не напоминает? Если нет, давайте прослушаем песню «Черный список», но именно в том варианте, который был слит Ольгой Авдеевой в сеть, ну, то есть, где она пела «Блокада Ленинграда» и без обработки все это, где она говорила, что у нас почти вся музыкальная индустрия поется именно с вот таким вот подтягиванием голоса в мелодине, да. И это грустно на самом деле. Прошу прощения, но изначальный вариант видео, который был выброшен в сеть, мне удалось найти всего один раз, после которого он был успешно потерян. И после того, как сами фанаты Милены Чижовой захейтили ее трек из-за одного отрывка, который, кстати, вы сейчас увидите, она его вырезала. Но ничего, я знаю, как исправить ситуацию. Мышаркой, как живу я? Фоткай, фоткай, фоткай меня. Только смотри, что без огня. Ты мой грешник из ада. Тебе буду рада. Тебе буду рада. Меня ждет новый блокада. Блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда. Прорываешь интерес. Пишешь сообщения в ЛС. Детка, детка, лучше с ними стресс. Говори, что я шкура, пошел в ЧС. Сейчас мы не будем хаять Милену за некоторые аспекты, типа дикции, вокала и тому подобное. Ну, просто как бы не надо жевать слова, когда что-то поешь. Я знаю, что ко мне это тоже относится. Ведь мы стараемся никого не задеть и трезво смотреть на ситуацию. Итак, первое, что меня цепануло, это была музыка. Эта музыка весьма и весьма похожа на то, что было в клипах Анжелы Лондон. Если у вас есть желание, вы можете загуглить этого персонажа, ну и ознакомиться, так сказать, с этим творчеством. Это трэш-поп, если что. Второе — это текст песен. Думаю, Милена опять же не сама ее сочиняла, потому что если это так, Милен, прости, но
Лучше бы ты эту песню не выпускала. Вообще, никогда. Я понимаю порывы творчества, но... Третье — это монтаж. Все в лучших традициях трэш-поп-дивы Анжелы Лондон. Кстати, кто не знает, Анжела Лондон — это проект, в котором сменилось 3, а то и 4 участницы. И все это под руководством Ванинга, этого серого кардинала. Черный список, бейба! Называйте вы меня как хотите, только за лексикой своей следите. Отвал! Так совпадение ли это? Не думаю. Всем спасибо за просмотр. Это была первая часть, так сказать, взгляда в душу, проливание света на вещи. И если вы хотите вторую часть, которая на самом деле уже снята, то давайте наберем под этим видео 30 лайков. Я выложу вторую часть. Всем спасибо за просмотр и всем пока!